Друзья, добрый вечер. Скорее, наверное, уже ночь. Море штормит. Видите, как все сидят и с удовольствием смотрят фильм. Ну, вообще сейчас время детское, детский фильм идет, мультик. А уже 22:00. Все с удовольствием начнут смотреть показ ночной. Ну, как правило, конечно, для взрослых. Вы знаете, вот настолько все так душевно. Реально душевно, друзья. С превеликим удовольствием здесь прогуливаюсь вечером. Друзьями, и вот так вот по работе приезжаешь, всегда просто очень-очень приятно прогуляться. Смотрите, какие тут просторы на берегу. Ну, нигде такого нету, нигде. Современно очень и просторно. На территории жилого комплекса «Каравелла» все детские площадки в 9 часов закрываются. Их просто управляющие закрывают, и все. Управляющая компания. А детки все приходят, кто еще не спит, сюда. На набережную уже свежо становится более-менее. Чем мне нравится набережная, вот если взять питание, да, здесь можно как вот посидеть, видите, на пуфиках, что-то перекусить немножечко, попить коктейльчики, кофе холодный, так и обычные столовые здесь есть. Вот видите, таким вот образом можно также на берегу покушать. То есть взять себе еду, прийти покушать. И тут же ресторан. Вот. И он не один, конечно, такой ресторанчик. Ну, Черномор самый большой и один из самых действительно вкусных ресторанов, если так можно сказать. Люди здесь очень любят круглый год приезжать, отдыхать, наслаждаться вот таким видом. Кто-то на улице отдыхает, кто-то под кондиционерами. Дни рождения здесь справляют, живая музыка. Хорошо здесь.
Ждем вас ночью, друзья.